Прокуратура республики внесла два представления в адрес Министерства труда и социального развития, а также директора дома-интерната престарелых и инвалидов города Якутска об устранении нарушений закона, выявленных в ходе проверки. Напомним, проверка была инициирована после опубликования в СМИ письма одной из проживающих в социальном учреждении, где она от имени жильцов жалуется на плохое питание и уход в доме-интернате. Выявлены нарушения в части неправомерного удержания размеров с пенсионных отчислений престарелых и инвалидов, которые проживают в интернате, несоблюдение нормативов питания. Это были выявлены текущие нарушения санитарного законодательства, нарушения в сфере лекарственного обеспечения.